на Амурской земле, Амурской области я встретил достойное, доброжелательное отношение к нашей нелегкой работе. Поэтому я думаю, что и личный состав, я лично буду это оценивать как доброе начало нашему, нашей службе, нашей взаимной работе по борьбе с преступностью. Общий язык мы нашли с правоохранительными структурами, со всеми взаимодействующими органами. Я думаю, дальше мы будем и работать на укрепление законности правопорядка в области, законности правопорядка в исправительных учреждениях.